спускаемся обратно в метро, здесь тоже есть Migros Jet. Но я уже не буду заходить, потому что я думаю, там продается одно и то же, а я, в принципе, все купила. У меня осталось только пахлаву, но это уже ближе к дому. Все, едем дальше. Кстати, цены на пахлаву в метро. И здесь, опять же, вы можете смузи сделать. Даже роллы продают. Соки. Короче, вы можете в метро поесть. Ну, если вдруг проголодались, вот есть конфетки всякие разные. Я взял конфетки, запил апельсиновым соком и все. Можешь дальше передвигаться. А то вдруг вы устали, проголодались. Здание демонтируют. Мы с вами на Именюню. Едем в сторону Кадыкёй. Там мы еще не были в этом сезоне. Я так понимаю, сегодня футбол. Это болельщики. Все, короче, в этих футболках. И зима. Правда, футбол. Светочки. Мы идем искать трамвай. А вот он, второй ретро-трамвайчик. И мы садимся в него. Он ходит по круговому маршруту. Интересно, погуглите. Мне сегодня еще задача купить баклаву. Если она мне здесь нигде не встретится, то я поеду, ну, уже после нашей с вами прогулки. Место рядом с отелем. Может, ну, хорошо бы здесь взять, потому что это не туристический. Ну, как не туристический. Здесь нет основного потока туристов, поэтому если здесь готовят, то, во-первых, готовят хорошо. Ну и, во-вторых, цены. Цены меньше. Райончик мода. Тоже модный.
Петли шаг. Женщина с двумя детьми, это вообще просто невозможно. Жу-жу-жу-жу-жу-би-би-би-би-би-би. Короче, сейчас мы с вами идем здесь прогуляемся пешочком до Тайпура. Кебабная, которая с 1867 года работает. Кебабы не нужны. И идем бродить дальше. И мы набредаем на кондитерскую. Покупать, да? Какие на меня смотрят? Они все сейчас на меня смотрят и кричат: Лиза, бери нас. Уф. Так, заходим в тучу. Там дождь вовсю идет. Правильно, в подворотню, где я в прошлый раз жила. Здесь вот кроссок за 15 лир. Маленький стаканчик. Сейчас я его выпью. Надеюсь, пахлава сегодня открыта. Сегодня же суббота. Ну что, вот он, магазинчик. Лито называется. И вот цена. 180 за килограмм. Я в отеле. Короче, блин, мне надо собрать чемодан. Но я, честно говоря, только пришла из душа. В номере такой срач. Гранат. Я не смогла его съесть. Но в том плане, что у меня, во-первых, нету ножа. Поэтому я чувствую, что мне придется везти его. Везти его домой. Короче, ладно, с этим сейчас разберемся. Что сегодня купила? В Мигросе. Купила вот такие вот конфетки с фисташками, скорее всего. Это оливки, две шоколадки с пахлавой. Ну, 2 килограмма пахлавы 4 видов. Я, кстати, поставила в холодильник кокосовое масло. Я боюсь, что у меня его изымут, потому что оно стало жидким. Тут холодильник работает так плохо. Хотя, видите, достаточно плохо-то плохо, а масло заморозилось. Но я боюсь, что я пока буду с ним шоркаться. Хинди-то. Короче, оно замораживается, а когда размораживается, оно становится жидким. Понимаете, какая фигня? А жидкое же нельзя перевести. Хотя 150 миллилитров. Короче, не знаю, девочки. В общем, пусть до завтра стоит в холодосе. Может, я это туда что-то поставлю? Нет, пусть это лежит у меня здесь. Я посмотрю на нее и вспомню, что у меня в холодильнике масло. А? Сережки. Сережки взяла вот такие. Сердечки с пульсом. Почему? Потому что Стамбул заставляет мое сердце стучать. Все. На этом все. Всем хорошего дня, хорошего настроения.
Завтра у меня вылет. Я не знаю, буду ли я снимать что-то. Но хотя я наконец схожу, наверное, на завтрак в отеле. Ну, короче, я планирую сегодня собрать чемодан. Все, девочки, мы еще вернемся. Я думаю, что еще не раз. Потому что Стамбул — это место, куда... Короче, это место возвратного туризма. 100%, 110, 120, 30, вообще все проценты. Поэтому обязательно еще приедем. А завтра у меня вылет 4. Не знаю, буду ли я что-то снимать. Посмотрим. Завтра будет завтра. Сегодня собираем чемодан и отдыхаем. Все, пока-пока. Дзынь-дзынь.